Мои подписчики, сегодня очередной обзор моих покупок на AliExpress. Я заказала много мелочей для своей кухни, и мы их сегодня посмотрим. Начнем с этой посылки. Это прихватки для горячего. На подкладе как раз мои прохудились. Так, ну, я думаю, это тоже прихватки. Вообще здесь в основном прихватки, но они всевозможные. И из ткани, и должны быть из силикона. Вот такая прихватка. Она тоже на подкладе. Ну, это подороже прихваточка по цене. Вот это силиконовая прихваточка. Где-то она открывается. Вот. Силиконовая прихватка. Слежалась при транспортировке. Ну, в принципе, все нормально. Вот. В виде поросенка. Одевается так на руку. Ну и прихватывается. Вот. На AliExpress. Во-первых, всевозможные формы и расцветки. Когда я туда зашла, я растерялась. Посмотрим еще. Даже какой-то прайс положили. Ага. Вот это в форме бабочки. Силиконовая прихваточка. Вот, ага, их две тут. Они на магнитиках. Вот магнитики. И вот таким макаром вот так вот можно прихватывать. Да. По крайней мере, крышку и кастрюльку можно прихватить очень даже легко. И удобно магнитики. То ли на холодильник, то ли на вытяжку. Они всегда будут под рукой. Сейчас посмотрим здесь, что. Да. Здесь тоже бабочка, но другой расцветки. У другого продавца брала. Такая же бабочка, и тоже размер один и тот же, только расцветка, магнитик тут же самый. Так что тут данные прихваточки мы посмотрим. Подписывайтесь на мой видеоканал, смотрите мои следующие видеообзоры.